Пловцы ДВФУ отправились на Всемирную летнюю универсиаду. 29-е соревнование студентов проходит сейчас в китайском Тайбэе, где собрались 12 тысяч спортсменов из 160 стран мира. Учащиеся Дальневосточного университета защищают честь России. Сразу на старте универсиады приморцы смогли отличиться. Сергей Фесиков из Школы искусства, культуры и спорта завоевал бронзовую медаль на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Впереди у дальневосточников еще несколько заплывов. В целом вся универсиада завершится только 30 августа. Стоит отметить, что команда ДВФУ трижды становилась чемпионом России среди студентов, а также многократным чемпионом Дальнего Востока и Приморского края. Во Владивостоке стартует самое значимое событие парусного спорта в Приморье. Знаменитая регата «Кубок залива Петра Великого» отмечает в этом году 30-летие. Всероссийские соревнования уже в 15-й раз проводятся в ранге чемпионата России в классе яхт «Конрад-25Р», самое большое количество которых насчитывается именно в нашем крае. Участникам предстоит пройти около 500 миль Японского моря. Всего же регата включает в себя 7 гонок, которые проходят по сложным маршрутам Амурского и Уссурийского заливов и через Дальневосточный государственный морской заповедник. В этом году заявки на участие подали яхтсмены из Приморья, Москвы, Братска, Новосибирска, Иркутска и других городов России. Старт первых гонок пройдет уже 26 августа, а закончатся соревнования 3 сентября. В рамках Восточного экономического форума состоится благотворительный забег. Мероприятие пройдет в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. Участники пробегут дистанции в 1,5 километров по территории острова Русский. Стать частью акции может любой желающий. Напомню, что в прошлом году к этому забегу, в котором приняли участие около 600 человек, присоединились и такие персоны, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и конькобежец Иван Скобрев. Все регистрационные взносы, как и в 2016 году, пойдут на поддержку всех акций по защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. Общий старт бегунов пройдет 6 сентября в 7:30 утра на территории поселка Канал. Максим Яковлев, новости спорта на 8.